Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сегодня у нас 9 марта. Наступил 10 уже? Да, 10. 10 марта. Короче, 10 день наступил. Сейчас будем витаминить наших поросят повторно. Это я вам показываю. Короче, я прочитаю. Суэфировид. Витаминосодержащий, железосодержащий состав. Набираем 5 кубов. Первый раз кололи 2 кубика давали. Сейчас будем 5 давать. При этом будем колоть в заднюю ляжку. Давайте мы одного сейчас... А, я вам покажу сейчас чудо-способ. Давай тут рыжего. Способ обалденный. Берем одной рукой вот так вот за лапы задние две. И у нас отличный доступ к внутренней части бедра получается у него. И делаем ему укол во внутреннюю часть бедра самостоятельно, без малейших ни помощника, ни надо никого. А знаете, где я подсмотрел этот чудо-способ? Вы не поверите. В передаче смотрел телепередачу «Меняю жинку» Шостаковича, «Панянка Селянка». И там дядька один все пытался заставить эту, как ее, что с города приехала, да. Поколоть поросят, тоже витамины проколоть железо. О, а что это? Ну вышел. Ну что вы его трогаете? Я же вас посадил, что не выставлю. Он сюда вышел. Давайте еще одного кольну. Пойди сюда, кастрюлька с мясом. За две лапки аккуратненько берем. Видно? Да. И во внутреннюю часть бедра колем ему внутримышечно наши витамины. Игла немножко тупая. Аккуратненько. Ну вот, в принципе, все, что я хотел показать. Сейчас я их доколю уже без камер. Что я хочу сказать. Многие говорят, что достаточно один раз уколоть. Ну, в принципе, мне кажется, два раза не повредит. И третий раз можно, когда отлучать от свиноматки. Это в месячном возрасте, а отлучать вообще лучше в двухмесячном. Для того, чтобы поросята были как поросята, конечно, лучше месяца полтора, а то и два продержать их под свиноматкой. При этом под прикорм начинать давать с 7-10 дня. Вообще нормально начнут есть с 3 недели уже конкретно. В 4 недели уже едят крепко, а уже в месяц уже такое можно и отлучать, в принципе, но лучше потерпеть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поросята растут, надеюсь, у вас тоже будут расти поросята. Это жутя так далее. В общем, всего доброго.